Всем привет! В этом видео я вам покажу, как подключить блок реле 4М к контактору. Это нужно, если нагрузка, которую мы хотим управлять, превышает допустимые для блока реле 4М 16 ампер. Важно, монтаж и демонтаж блоков должны производиться квалифицированными специалистами с соблюдением всех правил и норм для электротехнических работ. Нам понадобится автоматический выключатель, блок HidePro реле 4M, двухколесной контактор на 63 ампера, и беспроводные выключатели. Подключаем питающую фазу от автомата к блоку реле 4M, верхний зажим с перемычкой. Выход L1 будет подавать питание на катушку контактора. Нулевой провод подключаем к блоку реле 4M в зажим N. Также N подключаем к катушке контактора. Далее к силовым клеммам контактора подключаем подходящее питание 0 и фазу. А питать мы будем лампочку. Включаем автомат. Далее в память блока на управление первого канала привяжем пульт. Теперь мы можем управлять блоком реле 4M с помощью беспроводного пульта, а блок в свою очередь управляет контактором, который коммутирует нагрузку до 63 ампер. А при наличии сервера HidePro можно будет управлять и через приложение в мобильном телефоне. Спасибо за внимание.